Помнишь? Помню. Мы тогда часто проводили время вместе. Казалось, весь мир вращался вокруг нашей любви. Ты не боялась показать мне свои слабые стороны, рассказать секреты. Ты не боялась быть дерзкой и смешной, а самое главное — искренней. В твоем взгляде пряталась вселенная, а в твоей улыбке хотелось жить вечно. Знаешь, ты мне казался таким странным, а потом я поняла, что странные все, кроме тебя. Сейчас, вспоминая все, я вижу, что наша жизнь была схожа с кино. Время так быстро пролетело, как фильм. 1 год и 30 бессонных ночей. Это лучшее время в моей жизни. Казалось, что наше кино будет длиться вечность. Но в один момент все изменилось. Не было уже этого теплого взгляда. Кофе стоял с утра, пока не остынет. А ты больше не улыбалась. Я не мог понять, в чем причина. А причина была в нас. Мы поймали в руки огонь, но забыли, что он оставляет ожоги. Если бы я только знал, как все вернуть и почувствовать, как прежде. Но наше кино закончилось. Неужели за туманным чувством мы не заметили, как тонем? Словно моряки, которые держали неверный курс корабля и погибли по своей же ошибке. Мы погибли в глазах друг друга. И этого не изменить.